и в Москве. Коллектива. В первом отделении нашего концерта под названием «Русский север» вы увидите танцевальные постановки, хореографические миниатюры, шуточные номера. Во втором отделении «Из дальних стран возвратясь» артисты представят вашему вниманию песни и танцы, привезенные с гастролей из разных стран мира. Это испанская фламенко, ирландский риверданс, стомп и многие другие. Художественный руководитель ансамбля, народный артист России Евгений Максимов. Главный балетмейстер и постановщик танцев, заслуженная артистка России Ирина Логинова. Балетмейстер и постановщики, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Зуфар Талбеев и Ильдус Хамидуллин. Главный дирижер ансамбля, заслуженный работник культуры Российской Федерации Григорий Хинский. Главный хормейстер ансамбля Виктория Андреева. Желаем вам приятного просмотра. Thank you.
напевали песню злую, рдаю про малу девочку. Да, да, да. Чики, реки, мака, горьки, да, мака, горьки.
Сапожечки, сапожечки, клонечки, шиновала, коновала, овчинки, пустовала, попоечки, кузнецы, Ивановы, черницы, да ребятушки, молодцы!